буду спрашивать, а ты отвечай. Можешь ли ты связать узел плеяд, оковы Кессилий разрешить? Выведешь ли зверей зодиака в срок? Поведешь ли медведицу с ее детьми? Знаешь ли ты уставы небес? Утвердишь ли на земле их закон? Первый в мире выход человека в открытый космос в 1965 году мог закончиться катастрофой. Космонавт Алексей Леонов рисковал навсегда остаться на орбите. Разбухший скафандр не давал ему шанса вернуться в корабль. Господи, да помоги же, если ты есть. Господи, помоги, если ты есть. И помогает, помогает. Но сам космонавт считает, что чудо, когда его точно спас Господь, произошло на Земле. Случилось это в январе 69 года, во время покушения на генерального секретаря Брежнева. Москва тогда встречала космонавтов, вернувшихся после первой стыковки на орбите. Террорист перепутал машины и стал стрелять по автомобилю, в котором ехали космонавты. Он смертельно ранил водителя, и потерявшая управление машина резко дергалась из стороны в сторону, как будто отводила своих пассажиров от пуль. Были легко ранены космонавты Береговой и Николаев, а Леонову попало в глаз стекло. Стеклянная пыль от пули, которая шла точно в голову. Если бы я не повернул резко голову, она была бы точно в виске, эта пуля. И вот тут иногда начинаешь анализировать, думаешь, а ведь кто-то ведь сберег. А потом, говорит Леонов, этот кто-то сберег его еще раз. Взял и прямо накануне старта в 70-м году поменял его экипаж на другой. Вместо Леонова, Кубасова и Колодина на неисправном корабле в свой последний полет отправились космонавты Волков, Подсаев и Добровольский. Там было такое, что кто бы ни полетел, заложена была такая техническая мина, которая могла в любом случае привести к гибели экипажа. Как кто-то взял и пересадил, вам еще рано. Похоже, что именно с этого времени космонавт первого гагаринского набора Алексей Леонов перестал скрывать свои православные убеждения. Я всегда говорю, если говорят, что Бога нет, то наказать может. В 1975 году Леонов, уже не таясь, возил в Троице-Сергиеву лавру участников первой международной стыковки космических кораблей «Союза» и «Аполлон», астронавтов Стаффорда, Бранда и Слейтона. Вряд ли экипаж «Аполлона» смог тогда оценить смелость их гида. В России до первой встречи космического экипажа со священником оставалось еще долгих 22 года. И 13 лет до того дня, когда советский космонавт Владимир Титов с орбиты поздравит крещеный мир с православным праздником. Товарищ председатель государственной комиссии, экипаж космического корабля «Союз-Т-8» к полету готов. Командир экипажа подполковник Титов. Владимиру Титову долго не везло. В 83-м году ему не удалось состыковать свой корабль со станцией «Салют-7». В том же году, когда Титов уже сидел в кресле командира экипажа, под его кораблем прямо на стартовом столе взорвалась ракета. Командир и бортинженер Геннадий Стрекалов спаслись чудом. Ну вот понимаете, когда тебя хватает, как, знаете, маленького щенка, который упал в речку, и вдруг его хватает сильная рука и оттуда вырывает. Вот то же самое произошло с нами. Нас схватила вот эта рука и вытащила из этого пекла. Титов понимал, что третьей попытки у него не будет. А у нас дурная традиция. Два раза не повезло,
старте, третий раз не пускаю. И Володя приходит, говорит, чего делать? Я говорю, Вовка, только молиться. И вот вы знаете, вера в молитву, она сыграла решающую роль. То есть утвердили на полет Волкова, а Волков сам встает, Саша, и говорит, лететь должен не я, хотя я готов, лететь должен Титов. И Титов стартовал. На этот раз экспедиция проходила удачно. 28 апреля 1988 года, во время обычного сеанса связи станции с ЦУПом, космонавт вдруг повел себя необычно. Он спокойно так, но четко. Поздравляю страну и особенно Россию с тысячелетием крещения России. Реакция, сами понимаете, наш особый отдел встал на уши. Старцы говорят, что Господь воспитывает душу человека не тем, что устраняет его от встречи со злом, а тем, что дает силы для преодоления всякого зла. Человеку ведь чего хочется? В рай попасть и креста не нести. Но так не бывает. Не нужно себя обманывать. Мне как-то спрашивали, все ли космонавты вот, хорошие люди. Это точно так же, как спросить, а все ли монахи спасаются? Нет, конечно. Но мне хотелось, чтобы все ребята также обрели веру, чтобы они жили со Христом, чтобы по жизни шли со Христом. Вернувшийся с орбиты космонавт сказал игумену, что в Бога поверил, когда вышел в открытый космос. То, что он там увидел, не могло быть чудом природы. Природа на такое не способна. Это явно было кем-то создано. «Я тоже не видел в космосе Бога», заявил после своего первого полета астронавт Фрэнк Борман. Но везде видел следы его пребывания. Во время следующего полета, уже с орбиты Луны, астронавт читал для землян главы из библейской книги Бытия. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. И Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». В разговор о Боге Борман явно втягивал первого космонавта, после полета которого в СССР началась антирелигиозная кампания. Гагарин не откликнулся. Юрий Гагарин очень умный был человек и знал ситуацию политическую в нашей стране. Серьезная борьба с церковью продолжалась. Разрушали храмы, еще разрушали храмы. Неизвестно, было ли это совпадением, но именно в один из тех дней, когда заокеанский астронавт приглашал Гагарина к разговору, тот в сопровождении знакомого преподавателя военно-воздушной академии Валентина Петрова ездил в Троице-Сергиеву лавру. Наместник показал гостю коллекцию из церковно-археологического кабинета лавры. Но Гагарина потрясло одно – макет храма Христа Спасителя. И он там, интерьер, он так заглядывает и говорит, а где этот храм? А батюшка говорит, ну, там, где эта лужа, бассейн Москва. Через две недели пленум ЦК по воспитанию молодежи. И он выходит на трибуну, текст нам давали, ЦК согласованный. Он читает текст, потом отворачивается. Говорит, о каком воспитании патриотической молодежи можно, когда взорвали храм воинской славы, и я, говорит, видел только один макет, и то душа замирает. И вот я никогда не думал, что у Гагарина вот такая смелость будет. Естественно, газеты о скандальном выступлении Гагарина на пленуме ЦК Комсомола не сообщали. Над теми же, кто об этом выступлении рассказывал, откровенно смеялись, не верили. Но в те времена вести разговоры на эту тему, это фактически примитивно каждому сотруднику, это, так сказать, диагноз на прекращение деятельности в ЦПК.
Восстановить истину помогла Галина Токарева, главный специалист архива социально-политической истории. В 60-е она работала в ЦК комсомола. Вот эта стенограмма, авторский экземпляр, в которой имеется выступление Юрия Алексеевича Гагарина. Этой папке уже 45 лет. Историки не интересовались ею только по одной причине. Не верили, что она есть. В Москве была снята и не восстановлена триумфальная арка 1812 года. Был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранные по всей стране в честь победы над Наполеоном. И здесь есть личная подпись Юрия Алексеевича Гагарина. Вот, он визирует, видите, подлинный экземпляр. И когда доложили генсеку, он говорит, ну, знаете, Гагарин есть Гагарин. Поэтому первое, что мы сделаем, это обязательно восстановим триумфальную арку, ее восстановили. А Юрий Алексеевич не дождался, но сейчас храм стоит. Юрий Гагарин вырос в православной семье. Он ведь был мне не как дядя, а как старший брат. У нас разница всего в 13 лет. И он мне дал сам имя, и сам очень захотел быть моим крестным отцом. И не просто там вот крестил, как бы записан был в книгах, а он меня носил вокруг купели, о чем мне бабушка часто очень подчеркивала, что это твой настоящий крестный. И сотвори ему вечную память. В этой же церкви Вознесения Господня Валентина и Юрий Гагарины крестили свою дочку Леночку. Как раз в то время, когда документы лейтенанта Гагарина проходили проверку. Если бы о крещении узнали власти, первым космонавтом планеты стал бы совсем другой лейтенант. Ну, я не помню, чтобы он там как-то это боялся или еще что-то такое. Человеку всегда есть чего бояться. Пройдут годы, и на том месте, куда упал самолет Юрия Гагарина и Владимира Серегина, космонавт Леонов начнет строить церковь. Если бы в России свято соблюдалось православие, не было таких гонений, которые были в 20 веке, Россия была бы могучей державой, я думаю. Не знаю, нет. Смотрю, небо, хорошо, солнце. Хорошо, хорошо. Есть чем гордиться. Да. Слава Богу. Да. Слава Богу. Я был всегда убежден, что человек, который серьезно занимается мирозданием, как занимался им Сергей Павлович Королев, не может быть человеком безбожным. Он должен понимать замысла Творца. Такому человеку, считал современник и соперник Королева американский ракетный конструктор фон Браун, остается только вникнуть в технические подробности этого замысла. Мне как-то попалась в руку одна из книг «Матушки Силуан», где как раз были ее воспоминания о встрече с Сергеем Павловичем Королевым. Однажды в гостинице Пюхтицкого монастыря под Таллином, который заведовала монахиня Силуана, появился незнакомец. Пробыл два дня, подивился монастырской бедности и, прощаясь, дал денег. Сказал, что хотел бы пожертвовать большую сумму и пригласил монахиню к себе. Через месяц она пришла по указанному адресу. Судя по воспоминаниям монахини, это был особняк, в котором теперь находится музей Королева. Это икона Спасителя, которую благословили дедушка с бабушкой Сережа в 14 году. В это время уже все жили в Киеве. Здесь надпись «Благословение дорогому внуку Сереже от дедушки бабушки Москаленко. 19-14 года, 2 сентября». Монахиня Силуана пишет, что на прощание Королев дал ей конверт, сказал «там 5». Подумала 500 рублей. Оказалось, 5000. Потом они увиделись еще раз. Королев благодарил монахиню за то, что она дала адрес одного бедствующего священника. Этот священник, сказал Силуане Королев, стал его духовником и другом. И распростер Господь над пустотою север, и повесил землю ни на чем.